Операция «Фортуна». Стэтхэм валит всех без шума. Ставим лайки и не тупим. Джейсон, ляпни что. Приступим. Фильм отсняли Miramax. В кадре много биомасс. Не запачкав свой костюм, Стэтхэм с ними сделал. По сюжету спецагенты, все на вид интеллигенты. Чисто грязно. Короче. Юморят прям без границ. О, сколько милых лиц. Стэтхэм с ними весь суровый. Это кто? Ясен пень, такой здоровый. Лучший в мире и в Европе. Что-что? Мы в жопе. Всем словить им нужно быстро. Богатея террориста. Прям кровь стынет. И чтоб в край не облажаться... Докумекали внедряться. Богатей тот, фан актера. Что узнали очень скоро. Что бы я ни делал. И включив спецслужб заботу, быстро взялись за работу. Понеслось и завертелось. Ну не прям как бы хотелось. Фильм масштабом не обидел. Косяков я в нем не видел. Ну, спецагентный боевик. Не всего лишь убийца. Не шедевр и не фрик. Стэтхэм в нем, конечно, сила. Джейсон, как считаешь? Мило. Кстати, фильм от Гая Ричи. Для него он так типичен. Пафос, стиль, ну и стрельба. Спецагентша, ты въезжаешь? В общем, фильм о специалистах. Притом во всех смыслах. На фоне других он выделяется. Мне. Что говоришь? Мне нравится. Ну и ладно, я сказал. Подпишись на мой канал. Комментируй и репости. Всех вас жду к каналу в гости. Ну что, Фортуну вроде исследовал. Я с вами же не прощаюсь, но покедова.